у меня зуб шатается. Десять Нордквистов подряд! 10! А нынешний хуже всех! Ну, мрак, ты не из-за него пришел? Да? А как насчет его стражи, бандитов в форме? Даже не знаю. Когда слушаешь его речи, веришь, что он знает, что делает. Чтобы править, нужна твердая рука. И он хотел как лучше. Ага. Он так гордится своими улучшениями, что уже год из-за реки не показывается. Я ж говорю, худший из всех. Надо бы еще поспать. Мрак держит город за шею, а барон душит. Схожу, наверное, в дом. Кажется, у меня зуб шатается. Попробую просочиться в Дейпорт. Пекарь закрыл лавку ни с того, ни с сего. Хлеб у него был черствый, но все же хлеб. А ты не в курсе?
Его повесили как якобы причастного к делам озаренных. А по мне, так мзду не заплатил вовремя. Стал сильнее, чем кажется. Здесь что-то не так. Жрать хочу. Аристократишки отгородились от нас Грейстоунской стеной. Теперь, небось, смеются над нами, вкусно кушают и попивают маковое молочко. Скоро кончится у них и то, и другое. Тяжелые времена. Я придумал, как глотать сушеное мясо. Закрываешь глаза и представляешь свежее. В смысле, закрываешь глаза, задерживаешь дыхание и не жуешь? Очень прикол. Чернолобые докопались до Мортимера. Вот за это я бы точно не взялся. Он на них накинулся. Пришлось им выбить из него дух. Сам напросился? Потом закинули его на телегу, хотя он еще шевелился.
сюда ларек с бабой. Читал газету? Говорят, выбраковка скота сильно помогла. Помогла угробить скотину, это точно. А мрак как был, так и остался. Я читать не умею, но дерьмом воняет от самого Дейпорта. Соли побольше, крыси поменьше, вот и обед. И куда делись продавцы Балла? Хочешь стабильной работы? Иди к красным ножам. Чтобы я подался в наемники? А чего такого? Подберешь оружие и начнешь грести золото лопатами. Это не для меня. Не переношу вида крови. Проклятый город.
уже говорил, обратно нельзя. Пожалуйста. Мне же некуда идти. Некуда? А что, стража поставила крест на твоей двери? Да, но я не мрачняк. А им говорить бесполезно. Им всем плевать. Отдохнуть бы. Что это могло быть? Может, что-то не так? Лучше проверить. Кто бы ты ни был, покажись! Он опять попытается. Я буду начеку. Якорь закрыл лавку ни с того, ни с сего. Хлеб у него был черствый, но все же хлеб. А ты не в курсе? Его повесили, как якобы причастного к делам озаренных. А по мне, так мзду не заплатил вовремя. Спину как-то ломит. От этих новых светильников у меня башка болит. Зато мы будем помирать от голода при хорошем освещении.
сегодня холодно. Я не нытик, но здесь становится опасно. Какая
Я ночую на складе близ Морнингсайда. Там полно попрошаек и мертвецов. Как и повсюду, в Стоун-маркете. Однако забавно, стоит ветру измениться, как будто снег идет. Пепел со старой фабрики на Долинной улице. Интересно, что они там сжигают? Больно.